Приветствую вас, дорогие друзья! Поздравляю вас с новым 2020 годом! Возможно, вы смотрите это видео, когда вы уже встретили Новый год, может быть, еще нет, и вы только собираетесь его встречать, и у вас сейчас предновогодние какие-то волнения, какие-то приготовления, может быть, вы накрываете стол, может быть, вы просто отдыхаете перед встречей Нового года. Я хочу обратиться к вам с поздравлениями и с пожеланиями на этот Новый год. Я знаю, что есть много нерешенных вопросов. Они остались, может быть, еще и не только с этого года, но и с прошлого, а может быть, и с позапрошлого года. Но это не страшно на самом деле. Нам важно понимать, что наша задача – это становиться лучше, чем мы были вчера. И этого я вам желаю. Я желаю вам еще большего познания Бога. Я желаю вам еще большего хождения Его путями. Я желаю вам осуществления всего вами задуманного. И даже если что-то вдруг не осуществится в следующем году, дайте этому время. Я хочу пожелать вам, чтобы в этом году у вас ваши планы были намного выше, чем вы их строили раньше. Потому что, знаете, говорят, если отклонить ракету на 1 градус, то можно пропустить Луну. И иногда мы ошибаемся тут и там, иногда не попадаем в цель, но мы всегда чего-то достигаем. Я хочу пожелать вам, чтобы в этом году вы начали отмечать свои достижения. Это очень важно. Писание говорит, что мы все можем в укрепляющем нас Иисусе Христе. Я хочу, чтобы в этом году у вас, в вашей жизни осуществились ваши мечты. И если вы мечтаете все еще о чем-то небольшом, начните мечтать по-крупному. Вера, она укрепляется в зависимости от того, во что мы верим. И я хочу просто пожелать вам еще одно. Для того, чтобы в вашей жизни было больше смеха, для того, чтобы в вашей жизни было больше радости, для того, чтобы в вашей жизни было счастье, нам необходимо это счастье, смех и радость приобрести внутри. Писание говорит, что мы должны радоваться всегда в Господе. Понятно, что у этого есть разные аспекты, но я хочу, чтобы вы каждый день воспринимали, как написано в псалмах. «Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся Он». Пусть новый 2020 год принесет вам все то, о чем вы мечтали, все то, что вы задумывали, и все то, что в вашей семье так необходимо. Мы поздравляем вас от всей нашей семьи и желаем вам нового, счастливого и успешного, выдающегося, лучше, чем все предыдущие, Нового года. Будьте благословенны. Пока.